Рая, здравствуй. Ну, рассказывай, что вы там как? Как у вас карантин? Как ты себя чувствуешь? Время диктует свои правила общения. Волонтеры благотворительного фонда «Старость в радость» переходят в режим онлайн. Подопечные, инвалиды и пожилые люди, пансионаты закрыты на карантин. И подарки, которые раньше привозили сами, теперь передают представителям учреждения. Мы можем сами туда все это отвезти. И помимо материальной помощи мы везем подарки для наших подопечных бабушек и дедушек, с которыми мы уже давно общаемся, давно дружим. Вот. Ну а сейчас получается так, что нам туда нельзя. Вот. И поэтому пансионаты присылают свой транспорт. И мы оказываем такую же материальную помощь, как обычно. Сегодня волонтеры отправили очередную партию самых необходимых вещей, которые помогли собрать жители Самары. Это средства личной гигиены, наборы для творчества, расходные материалы. Адрес получателя – дом-интернат для престарелых и инвалидов Большой Глушицы. В миллионном городе больше возможностей для сбора пожертвований. Наши бабушки, конечно, скучают по волонтерам, шлют им приветы хотя бы по телефону. И вот такая помощь, она очень нужна, очень желана. Мало того, что там предметы первой необходимости, но и необходимые нам для творчества. Раскраски, пластилин и цветная бумага. Все это мы активно используем. И все же главное, чего ждут подопечные фонда – внимание со стороны волонтеров. Но встреча лицом к лицу состоится только, когда пандемия отступит и режим карантина будет снят. Олег Зверев, Григорий Плешаков. События.